Здравия желаю, братья и сестры, с вами как всегда Танкер Кейн. Мы продолжаем проходить, точнее перепроходить Black Mesa в 4К и с русской профессиональной озвучкой. Всем приятного просмотра, и на очереди у нас 5-я глава под названием «У нас противник». Да, плохи дела. Кстати, в оригинале вот этого чела, скажем так, можно было спасти, если он подойдет быстро сюда к стеклу. Если его ударить, как бы, или нажать быстро Е, я уже точно не помню, да и без разницы. И как ему подтолкнуть к этому двери, он его откроет. Мало того, что останется живым, так еще и он быстро... Ну, точнее, мы быстро можем пройти уровень, вообще даже не заходя за вот эти вот двери, за эти ворота. Чёртов турель. Ну, взрывайся уже. А, всё. Оп, вот. Оп, кинул! Так, надо наушники как-то настроить, а то они неудобно сидят. Что у нас тут? Ничего, идем дальше. Мины. Мины растяжки лазерные. Ух ты, тварь! На, тварь! Это тебе месть такая, своеобразная. Сколько вас там твари? У меня даже в руке такая привычка есть, когда дуплетом стреляю, а мать твою. Да, когда дуплетом стреляю, рука тоже, как у Фримена, вот так вздрагивает, отпускает. Ну, вы поняли, надеюсь. Твою мать! Чары. Так, тут осторожнее надо. Осторожно. Он так спокойно сказал, в оригинале я помню, он с неким волнением это выразил, а тут прям спокойно, прям, боже, я думаю. Выберемся ли мы отсюда? Гман. Арена 2. Дальше не пойду, я останусь тут. Внимание, система контроля. Теперь под командованием вооруженных сил. Чё-то звук какой-то некачественный. Да и если честно, как-то в этом, в пиратском переводе
Ну, все непрофессионализмом, вот. Как-то поэпичнее, что ли, звучало. Блять, не удалось спасти его. Можно было, на самом деле. Ладно, хрен с ним. Уровень энергии 100%. Отлично, теперь у нас есть МП-5. До сих пор задаюсь вопросом, кстати говоря, почему солдаты Хэку, но они как бы американские морпехи, пользуются МП-5, если у них табельное оружие это М4, а один. Не знаю. Хотя, возможно, это связано с тем, что тут как бы они работают в пределах комплекса, типа закрытого пространства, а МП-5 же пушка гораздо короче, мол... Ну, надеюсь, вы меня поняли, о чем я. Ой. Давай. Ща будет жарень. О, да ладно, я кого-то задел или? Это просто трупы ученых. Я уже думал все. Да, как вы видите, было время, американских военных показывали конченными мразями. Сейчас такое вряд ли покажут где. Хлам? А почему не озвучено? Опять косяк, что ли? Ой, твою мать. Ёбаный. Да за... Тварь такая. Так. Опять. Возьмите меня с собой. Я единственный, кому все известно. Сука. Говна кусок. Ну а нахер, козел. Так, у меня хилки кончаются, надо бы поискать. А, этот ученый спрятался. Давай же! Нихуя себе так орать. Я попал в него! Точно попал!
Питание 25%. Давай, иди сюда. РПГ! Так и знал. Дюн. Все? Вроде все. Тихо, тут не рашим. Блять. Я думал, он внизу где-то. Ебать! 15%. Кто-то не жарит, однако. Ебать его! Еще бы чуть-чуть. Внимание. Критическое. Требуется. Да, сука, заебали со своей гранатой. Мне нужны хилки, срочно. Фу, чуть не помер. Так, там еще один должен быть. Питание 45%. А, нету? Ну ладно. Ну, сейчас начнется уже. Так, патроны. Тут, наверное,
довольно пусто. Идем дальше. Охренеть. Артиллерии бьют. По своим же. Это пипец. Да, как вы видите, военные вообще не спешат нам помогать, поэтому нам нужно быть теперь самим по себе. Точнее, искать выходы уже. Самим. Искать способы избавиться от всей этой дряни. Ага. Ёбаный корабль. Труп. А где фраза следующая? Дюжину этих яйцеголовых, и ни один не сопротивлялся. Отстой. Обнаружена кровопотеря. Вы в курсе, что вы военные преступники, убивающие гражданских? А я нет, потому что я убиваю в целях самообороны, и то вооруженных людей. Устранение последствий — убить каждого, кто связан с проектом. Судя по твоему костюму, ты был частью того, что пошло не так. Я прав? Слушай, если кому-то и под силу разобраться с катастрофой, так это ученым из комплекса Лямбда на другом конце базы. Без транспортной системы я не знаю, как туда добраться. Где-то за ракетным комплексом есть заброшенная рельсовая система. Если доберешься до ракетно-испытательных лабораторий, то, возможно, пройдешь через туннель и отыщешь кого-нибудь из группы Лямбда. Положись на них. Положись на всех нас. Хорошо. Пожелай мне удачи, братюня. Нихера себе, тайминг, как будто он реально меня услышал. Хрень.